Свой рабочий день в Самаре творческая группа из Москвы под руководством скульптора Дениса Стритовича и архитектора Кирилла Сокольского начала с Безымянки. Именно там, на Аллее трудовой славы, должна разместиться стела «Город трудовой доблести». Так, во время широкого общественного голосования, которое прошло летом 2020 года по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, решили самарцы. Похожие стелы появятся в 20 городах России, получивших почетное звание. Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Военный Куйбышев стал крупнейшим центром оборонной промышленности. Десятки предприятий, эвакуированных со всей страны, приближали победу, наладив выпуск самолетов, боеприпасов, оружия. Область поставляла на фронт топливо, продовольствие, обмундирование. Это был настоящий подвиг столицы тыла, который теперь получил высшую оценку государства. Эта стела должна венчать всю аллею трудовой славы, где представлены основные наши промышленные предприятия, весь наш промышленный и героический потенциал трудовой Самары. Объединять стелы в разных городах России будет общая идея. Высота, внешний облик и материалы, из которых будут выполнены монументы, в каждом городе будут разными, в зависимости от истории, а также от места размещения. К примеру, в Магнитогорске монумент будет выполнен из стали и украшен бронзовыми рельефами, в Челябинске – из красного уральского гранита, в котором оформлен весь парк. В Ижевске и Ярославле отдали предпочтение мозаике, которая была изначально заявлена в конкурсе. Творческая группа предлагает этот материал использовать и в Самаре. Причем мозаика не обязательно должна быть разноцветной. По мнению Дениса Стритовича, Самара достаточно яркий город, а потому, в числе прочего, прозвучала идея выполнить мозаику в цвете сепия. С одной стороны, мозаика – это художественное решение. С другой стороны, настолько богатая история всех городов и Самары более чем мощная история, и, конечно, хочется запечатлеть некую документалистику, чтобы это был некий музей под открытым небом. Когда там фотография ребенка со снарядами, она может за собой одним лицом, одним образом закрыть всю тему детского труда. На аллее трудовой славы в Самаре уже есть другие стелы. Задача скульпторов – сделать так, чтобы новый монумент был достойно представлен. Что касается образов, то их предстоит выбрать самарским историкам-краеведам. Они уже встречались с творческой группой. Вернуться к обсуждению темы городские власти планируют в ближайшее время. Виктория Шара, Ирина Полясникова, Василий Колдашов. События.